гораздо лучше, чем отпуск в Турции. И даже не побоюсь сказать этого, это лучше, чем отпуск отдых в Крыму. Приезжайте сюда. Прекрасные люди делают этот фестиваль. Ну это же здорово, это драйв, это единение, это музыка. Вот ради этого, наверное, приезжаем, чтобы увидеть новую музыку, новых людей по знакомству. Когда люди поют, и на своих концертах мы всегда просим зал петь вместе с нами, особенно слышно, по-моему, моему голосу сейчас, что голос остался на сцене, и мне кажется, что когда человек поет, и я это тоже говорю на сцене, у него глаза по-другому светятся, и хочется, чтобы мы пели как можно чаще. Народа доброжелательного. Вот, это радует. А, просто весело, интересно. А, внимание, очень много. Можно и вам! Ноги, голову держи там. Ноги, тело, этот позвоночник. Все так получилось, что я вот нырнул впервые в моей жизни. И ощущение просто я не могу прийти в себя. Так просто люди именно очень. Вот нет слов просто, какие они хорошие.